спросить, что за распоряжение и почему вы говорите, что я не могу останавливаться? Вы не в курсе, какое распоряжение? Нет, мы в курсе, я сейчас вам скажу. Сейчас старший подойдет и здесь телефон. Ау, а что, забираем? Ну, девушка. А, это так распоряжение вы узнаете? Забираем? Ну, предупредишь, если надо останавливаться. Нет, вы меня не предупредили. Почему я не должна останавливаться? На основании чего? Я вам объяснил, что если здесь собираться, не надо. Подходите. Я не собираюсь, я стою здесь. Не надо стоять. Почему я не могу здесь стоять? Какой цели вы здесь стоите? Здесь убили Бориса Немцова, я здесь буду стоять. Я хочу постоять на этом месте, где убили человека. Кстати, мы не будем ругаться. Мы не будем с вами ругаться. Вы мне объясните. Вы мне объясните, почему вы говорите, что я не могу здесь стоять и звоните какому-то человеку и спрашиваете, забирать? Нет, я что? Я что, скот, на убой меня забирать? Объяснитесь? Что страшного-то произошло? Ничего не произошло. Что не произошло? Просто. Мы просто как бы пришли его заложить. Что не произошло? Произошло. Здесь человека убили. А сегодня здесь разграбили мемориал. В смысле, мы здесь выкладываем с 2014 года все это. А теперь надо выкладывать. Ну, а почему не надо? Вы такой же человек, вы такой же гражданин. Вы такой же человек из плоти и крови. А вы считаете нормально убивать, да, в спину стреляя? А вы считаете, человек не имеет права на память? Девушка, не надо меня провоцировать, я абсолютно работаю. Я вас не провоцирую, я с вами как раз как с человеком говорю. Если бы я... Нет, а я не буду. Это работа полиции публичной, правильно? Если у вас... Меня спрашивают личный вопрос, это мое мнение. Я с каким-то требованием. Вы говорите нам то, что мы тут чего-то не можем делать. Возлагайте, идти здесь не надо. Останавливать по поводу Бориса Никола здесь тоже не надо. На основании какой нормы закона вы предъявляете это требование? Сейчас я вам отдельно объясню. В смысле в отделе? За что вы меня задержите? Просто так? Да я вам сейчас сказал.